Привет. Песер, с вами Морж. И да. Я решил восстановить второй канал, писать что-то для души, писать просто то, что я прохожу. Сегодня у нас игра Madison. Ждал я ее, в принципе, смотрел трейлеры. Мне вполне себе вкатило. Ну и, кстати, да, мой новый канал, ну, точнее, старый новый канал, назовем это так. Естественно, старый канал был привязан точно так же, как и мой старый песерский канал. Поэтому пришлось создавать новый. Ну, я надеюсь, вы подпишетесь, если вам, конечно, зайдет, если вам, конечно, вкатит. Где я буду просто проходить игры, которые мне интересны. Итак, Madison, должно быть что-то страшное. Есть у нас высокий нормальный уровень сложности. Что у нас на высоком? Никаких визуальных подсказок, отсутствие зон для съемки, более сильные враги, неограниченное количество мгновенных фотографий, автосохранения. Давайте на нормальном. Мне больше гораздо интересна история, чем долбаться реально об уровень сложности. Вроде как, по отзывам игра очень даже ничего. Посмотрим, что нам предложат, в общем-то. Надеюсь, она хотя бы не будет состоять полностью из скримеров. Если вы потеряетесь, взгляните на заметки, оставленные вашим персонажем в его записной книжке. Хорошо, это мы учтем. В общем, здесь что-то завязано на камеру, что-то завязано на духов. И вроде как должно быть вполне себе интересно. Ну плюс, скоро выйдет следующая часть Dark Pictures. Кто помнит по моему старому каналу, я там проходил и Man of Medan, и что-то там про ведьм, и третья часть была... А третью, по-моему, я не проходил под запись. Или проходил, или не проходил. Ну, короче, третью я точно проходил, но, по-моему, не под запись. Долговато что-то идет загрузка. Естественно, я выкрутил все настройки на максимум, все сглаживания, не сглаживания. Может быть, из-за этого. А может быть, из-за того, что у меня несколько браузеров еще под не открыто. Ну, мне это надо для работы. Посмотрим, но длинная загрузка мне это, конечно, не особо нравится. В принципе, буду стараться сюда регулярно публиковать видео. В песе, к сожалению, пока что делать нехрен. Ждем товарищеских матчей. Как только будут товарищеские матчи, само собой, будут турниры. В первый турнир, само собой, естественно, я пойду. Но когда это будет, пока что Konami нам, к сожалению, не говорит. Вообще никакой информации, а хотелось бы, чтобы они общались с пользователями, то бишь с нами, и мы получали какую-то информацию и от них, а не только от игроков, которые скрывают файлы игры и находят там новые карточки или еще что-то. Так, игра поддерживает 3D-звук для наибольшего погружения, обращайте внимание на ваше окружение, если вы увидели мгновенное фото, вы находитесь в зоне съемки, используйте вашу камеру. Я пока не совсем понимаю, что за зоны съемки, я пока не совсем понимаю, что за мгновенное фото, тем не менее, 100% у нас загрузилось, ну да. Давайте. Будьте начеку, вы будете не один. Да я догадываюсь, что вы мне там каких-нибудь ебак будете подкидывать раз за разом. Но почему такая длинная загрузка, я не понимаю. Ну вот, все, 100%, нигде ж не горит, там нажмите клавишу или еще чего-то. Игра, давай, запускайся. Не беси меня, запускайся. На нормальной высокой сложности количество фотографий не ограничено. Не забывайте, что вы можете выбросить ненужные фото из инвентаря. Так вот, судя по всему, звук закончился, загрузилась и начинается заставка. Давайте вникать, чего нам здесь предложат и вообще в чем заключается история и насколько хорошо нам ее будут рассказывать. Естественно, русской озвучки здесь нет. О, господи. Моя голова, господи. Я где-то просыпаюсь, судя по всему. Кто-то стоит за дверью. Текс. Ну, сенс достаточно сильный, и потом я поменяю, если что. Так, что тут есть? Есть шкаф. И как? Ага. Просто ответь. Так. Свою же семью. Я не понимаю, что-то. У вас нет предметов, которые можно использовать. Понятно. О чем ты, черт возьми, думал? Что, черт побери, взбрело тебе в голову? Че ты на меня орешь? Я не знаю пока что ни кто ты, ни что ты. Темно, как у негра в промежности. Так, что у нас тут есть? Есть телевизор. Есть, о, какая-то штука. У вас нет предметов, которые можно использовать. Нужно найти ручку. Понятно. Ой, как я не люблю, когда вот так вот это все открывается при помощи мышки. Такс. Повернуть, приблизить, читать. Читаем. О, твоего кузена Ромео. Улица Макламар, 626. Ну, хорошо. Это все? Приблизить, отдалить. Аргентина. Наверное, я в Аргентине. Текс. Тут у нас пусто. Ни хрена нет. Блин, сенс просто убивающий. Давайте в настройках глянем. Управление. Такс. Чувствительность. Ну, конечно, тут чувствительность, господи, просто. Вот меня и крутят, как с бадуна. О, вот так вот явно получше. Так, бегать мы умеем. Хорошо. Туда, там я ничего не могу сделать, потому что у меня нет предмета. Есть книга. Текс, это у нас чё?
Это книга, не книга, нет, банка какая-то, что-то написано. Так, схватить, повернуть, приблизить, взаимодействовать. Ну, давайте, взаимодействовать. Опа, рука отрубленная. Этого не может быть, господи. Нога отрубленная. Ага, это какая-то банка с фотографиями, да? Ага, вот, я ее в инвентарь добавил. А письмо можно было в инвентарь добавить? Я что-то не увидел. Возможно, оно нам пригодится? Возможно, конечно, нет. Так, повернуть, приблизить. Нет, его нельзя было в инвентарь добавить. Письмо наш герой не хочет. Солнечный короб. Ладно. Допустим, допустим. Ну, давайте откроем дверь, наверное. Хотя я тут, у меня тут такая бомжарская этот. Закрыто. Отец. Отец, не получится. Отец, пожалуйста. Пожалуйста, поговори со мной, я не понимаю, что происходит. Отец. Батя. Батя. Хватит, отец. Ты говоришь бессмыслицу. Ну, короче, не открывается. Такс, я думаю, мне нужно вот сюда. Но солнечный короб я не могу использовать. Ну, как бы логично. Что я этой коробкой сделал? Мне нужно что-то типа гвоздодера, наверное. Но я что-то здесь вообще ничего не вижу. Фонарика у меня нет? Нема. Нема, походу, фонарика. Так, ну, шкафчик я посмотрел. Тут ни хрена нет. Есть письмо. Других... Ну, давай, 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 закрывайся. Других шкафчиков нет. Повернуть? А где повернуть? Так, что там можно было повернуть? Я же видел, только что было. Вау. Здесь мне говорят, нужна ручка. Нужно найти ручку. И где искать эту ручку? Тут нету ничего. Ручки не видно. Ой, как будет шикарно, если я в первой же локации затуплю. Дайте ручку, а. Здесь может быть ручка. Там в темноте где-то может быть ручка. Стоп, что-то подсветилось вроде. Темно. Вроде тут что-то подсветилось, нет? Блин, в такой темноте, конечно, это жопа. Так, настройки. Там видео. Так, вообще, а почему у меня качество слетело? Ультра. Высоко, высоко. Что у меня слетело с качества? Полный экран, ну, само собой. А посветлее нельзя нигде здесь сделать? Язык, управление. Мышт и клавиатура. Мышт и клавиатура. Инвентарь, читать, зажать. Использовать мгновенную камеру. Взаимодействуя, сделать фото, трясти фото, смотреть, читать. Ну, что-то я ни хрена здесь не вижу фонарика. Такс. Вроде графон такой же остался. Ручку. Отсюда можно ручку снять? Ну, вот она, ручка. А снять ее можно? Походу, не можно. Ну, я понял, что коробка я здесь ни хрена не сделаю. Есть он фонарик. Так вот, что-то. А не, это просто гвоздь. Блин, ну где мне эту гребаную ручку искать? Повернуть. Вот что повернуть? Ага, телевизор повернуть. Вот оно что. И зачем? Так, оно... Телевизор освещал здесь, теперь он освещает здесь. И что мне это дает? Выключить, включить, повернуть. Ага, телевизором можно вот там вот осветить. Я понял вас. Вот здесь, наверное, где-нибудь должна быть ручка. Такс. Вот, посмотреть. Ну, смотри. Опачки. Я же говорил, что тут что-то было. Такс, это он... А, ручка. Отлично. Ручка, значит, все. Мы нашли ручку. Это сюда. Присобачиваем ручку. И что из этого получится? Ковер какой-то. Молоток. Молоток. Так, берем молоток. Ага, молотком сейчас мы развалим... Может, батю развалим? Эй, батя, у меня тут есть предложение. У меня есть молоток. Молотком, судя по всему, мы вот это вот развалим. Давайте разваливать. Вот, хотя бы сообразил, как тут дальше, куда, чего. Такс, вот это тоже, наверное, молотком развалить. Ты не мой сын. Короче, батя перебрал. Батя нажрался и решил, собственно, с сыном что-то сделать. Так, эту дверь можно закрыть. Давайте, наверное, закрывать вообще двери. Ну, а чё? Каким же я был идиотом. Батя,
Мне следовало взять тебя с ним. А почему я не могу развернуться? Come on. Давай, почему, почему? Может, я смогу выбраться через дом деда? Тут еще и дед где-то по-любому шарится. О, оу-оу-оу. Я должен выбраться отсюда. Так, посмотреть можно? Что тут посмотреть? Ну и как это? Я не смогу вернуться назад. Понял, завалили. Завалили демоны. Мне, блин, фонарик. Вот вообще было бы хорошо, потому что не видно ни хрена. Епс. Дверку открываем. Как молоток взять в руки? Я тут хотя бы от бати отобьюсь. Опачки, опачки, опачки. Так, использовать молоток. Нельзя использовать молоток. Солнечный короб тоже нельзя использовать. А что мне закрыто? Ну, блин, блин, понятно, что закрыто. Тут нужно что-то на этом всем использовать. Какие-то явные ключи. Тарелочки висят. Ладно. Нужно найти способ выбраться. Да я понимаю, так закрыто. Пока отец не заметил, что я здесь. Так а что не так с ним? Ну это вот походу мой батя, наверное. Моя мама. Еще мама. Блять! Хватит. Начали скримеры, блин. Какие-то фотографии. Письма. Здесь нечего взять так... Посмотреть на стену? Не было ли здесь дверь? Ну, судя по всему, нет. Судя по стене, не было. Часы. Так, можно использовать солнечный короб. Естественно, нельзя использовать и молоток. В часы надо что-то вставить, наверное. Наверное, что-то вставить. Зеркало. Сюда явно нужно повесить зеркало. Где взять зеркало? Пока у меня ни камеры, ничего нет. Так, мне нужно зеркало. Зеркало, зеркало, зеркало. А где его взять? Опа! Так, этой херни тут не было. Этой херни тут явно не было. Что-то открылось. Если что, мне просто бежать некуда. Как бы. Как бы. Так, ну это явно катсцена. Мне нужно до конца достоять до 12. Ну, 12. Все. 12. Здесь я был. Опа, а, дверь открылась. Заходим. Текс, что у нас тут? Какой-то труп, возможно. Дед! Дед с фотокамерой. Вот этого явно деда надо будет туда повесить. Я уверен просто. Так, дедушка был прям как отец. Не, по отблескам прикольно смотрится на максимальной графоне. Так, что у нас тут написано? Альберт Максвелл, 1968. Какая-то женщина... У нее беда с глазами, и у этой беда с глазами. А, тут много женщин, у всех беда с глазами. Так, дед, что-то ты, короче, мутишь. Опачки, телевизор. Что там? Прильнуть, посмотреть. Телевизор, и чё? Кто-нибудь зайдет? Кто-нибудь придет? Стены расписаны чем-то. Ну, типа, я не знаю. Вот вроде кто-то стукает. Ну, будет кто-то заходить, нет? Нет? Ладно, так с... Короче, походу, мой дед был фотографом. Мой подарок на день рождения. И местные новости, оставшиеся вещи, принадлежащие... Это что, по телевизору? Так, взаимодействовать. Камера. Там что-то рассказывать начали. Но самое интересное была мгновенная камера мисс Хейл, которая наконец нашла нового хозяина. Уже прошло 30 лет с пресловутой серии убийств. И несмотря на многочисленные аукционы по продаже имущества семьи, никто прежде не покупал ее камеру. Для зрителей, незнакомых с историей, Мэдисон Хейл убила свою собственную семью во время колдовских церемоний. Это бабка моя, наверное. Она была смертельно ранена в живот. Офицером полиции, который застал ее на месте преступления. А теперь о погоде. Да, семейка, судя по всему, у меня ее налево. Так, зажмите, чтобы использовать камеру, снять. Хорошо, сюда попадет. Можно. Надо ж во всем покопаться сначала. Так, ну деда мы туда повесим. Ключ. Ключ берем. Эта хрень закрыта. Пластинка. Должно быть сломано. Не хочет. Не хочет, а тут у нас кодовый замок, да? Чё-то я подозреваю, мне нужен вот год на фотографии. Почему-то я так думаю, тут какой-то был. Так, 1968, да. Давайте попробуем. Может прокатит. Так, использовать. 1000. Хорошо. 900.
968. Ну. Не? Или как? Или оно чуть... А, может, чуть ниже надо, чтобы вот так вот было, типа. Ну? Как насчет открыться? Не? Угу. Значит, не 68-й. Значит, не 68-й. Здесь... Что тут? Ой, тут, короче, куча комбинаций написано. Ну, типа, подбирать все это, я думаю, глупо. Я думаю, не к этому меня игра толкает. Минус один. Может, 1967-й? Ну, давайте попробуем, как бы. Не? Нет, тоже нет. Ладно, с этим пока... С этим пока разберемся. Есть камера, чтобы сделать снимок. А что мне нужно снять? Ну, давайте там попробуем снять. Делаем снимок. Трусим снимок. Ну, просто... Просто дырка. Ничего интересного. Может, тут? Но здесь тоже какие-то картины, как видите, висели. На стенах видно. Просто дверь. Так, на лампочку, да, еще можно посмотреть. Не понимаю, не понимаю, если честно. Не, ну если здесь ничего, то надо, наверное, этот... деда идти вешать. Вешать деда. Ой. Ну, патефоны, патефоны, хрен с ним. Шо? Шо, чего, куда? Лампочку можно толкнуть. Выйти могу? Нет, не могу. То есть, что-то мне здесь надо либо сфотографировать, либо хрен его знает. Есть вот эта карточка. 1968. Я его вводил. Здесь у нас что? Адреса, адреса. Тут. Нет. Тут никаких... Нигде кода этого не может быть. Блин, нам что-то говорили про убийство. Может быть, в телевизоре мне должны были этот код сказать? Но это как бы хреново. Вот это вот раненое в живот, все дела. Я хрен его знает. Мне нужен код. Мне по-любому нужен код. Эта хрень сломана, да? Работать не хочет. Есть лампочка. Не знаю, давайте нашу бабушку сфотографируем. А стоп, а если сфотографировать вот эту вот фотографию? Ну, просто фото. Ладно, если вот эту вот женщину с пустыми глазами. Ну блин. Тоже пусто. Коробки, ящики. Еще одно фото. Текс. Блин, я там не настолько далеко прошел, чтобы уже начинать тупить. Здесь мы эту... Что-то мы взяли, да, отсюда? Потом телевизор включился. Блин, вот если этот код сказали по телевизору, это полная жопа, если честно. Так, у меня есть фотография. Смотреть. Повернуть, взаимодействовать. Взаимодействуем. Ну, как бы... Здесь кода я нигде не вижу. Так, где у меня там записная книжка или что-то типа этого? Так, зажать, пробел, инвентарь, читать, бежать, взаимодействовать, сделать фото, трясти фото назад. Стоп. Осмотреть фотографии, повернуть, приблизить, взаимодействовать. Избавиться. Не надо, не надо, не надо, не надо. На них все равно ни хрена нет. Так, что это было? Это что было? Я понимаю, что мне вот туда вот надо повесить деда, но чтобы как бы повесить деда, как я понимаю, мне надо выйти отсюда для начала. Что у нас здесь? Ни хрена у нас здесь. То есть только вот это. Ну блин, они серьезно считают, что я должен выписать вот отсюда все эти штуки и подбирать коды? То есть какой-то из них? Оно еще так неудобно. Так, переверни его. Вот так хотя бы. Так, 02, 20, 42, 38, 71, 18. Ой, чувствую, меня сейчас выписывать надо будет. И то, если это правильно. 42,
38, 71, 18. Давайте их хотя бы попробуем приблизить. 91, 82. А здесь почему-то написано минус 1. Ух, ту-ту-ту-ту-ту. Так, ладно, давайте попробуем 42, 38. 42. 38. А, стоп, 12.58 вот сбоку написано. Минус 1. Ну, давайте попробуем все-таки минус 1, 42, 38. Если минус 1, то зараза. Зараза, чё, что такое неудобное? Нет, не открывается. 12.58. Давайте попробуем 12.58. Так, 12. 57-58. Ну. Там же 12. Или это 808-971. Блин, хрен его знает. Ну, хоть какие-то подсказки бы дали. 8-9-7-1. Ничего. 8-9-7-0, тоже ничего. Да. Так, приблизить. Вот. 12-58, правильно? 12-58. То ли я что-то неправильно выставляю так. Просто вот по щелчку оно идет, и не совсем понятно, оно типа зачитывает эту цифру или нет. 12-58, ну... 57, там было минус 1 написано. Тоже ничего. Не открылось. Ладно, судя по всему, надо глянуть, что у нас в прохождении. Ага, я снова с вами, нужно было фоткать стул. Почему-то я не догадался. Ой. Вот, пошло. Тут явно сейчас будет какая-нибудь ебака на стуле сидеть, да? Не, стул у нас летает. Стул у нас летает. Ну, давайте оставим эту фотографию. И чё мне с того, что стул летает? Так, здесь больше ни хрена. А, дверь открылась. Отлично. Сейчас будем вешать деда. Блядь, только тут темно нахрен. Причем очень темно. Текс. Воу. Снова часы. Так, я вообще-то деда хочу повесить вот сюда. Не дает повесить деда. Может, ключ? Нет, ключ здесь нельзя использовать. Камеру нельзя использовать. Дед, молоток. Пока нельзя. Явно что-то с часами у нас связано. Оп! Часов нет. А кто есть? Так. Ну, часов нет. Там темно, но там есть дверь, да? Ого. Короче, я думаю, мне нужно не совсем туда, где темно. Здесь пусто. Как было пусто, так и осталось пусто. Так, использовать деда. Нужно найти гвоздь или что-нибудь, на что можно повесить. Нужен гвоздь. Где искать гвоздь? Может, в стене где-нибудь должен торчать? Нет? Снова часы, снова там. Может, здесь где-нибудь гвоздь? Нет? Здесь может быть гвоздь? Тут завал. Куча всяких гвоздей должно быть. Ага, вот он гвоздь. Ну, а как его достать? Вижу гвоздь, но он не достается. И здесь не достается. Вот еще вроде какие-то гвозди, не гвозди. Ну, почему-то мне этот гвоздь давать не хочет. Но как мне его достать? Вот же, есть прям... У меня есть молоток, я могу его вытащить. Вон еще гвоздь какой-то. Дайте гвоздь. Не дает гвоздь. Вот еще один. Но тоже мне его почему-то взять не дает. Ладно. Возвращаемся к часам и скримерам.
Часы. Ага, вот, в часах гвоздь. Берем, берем. Почему, блин, гвоздь в часах? Логичнее, если бы я... Ох, и нахуй! По-моему, дед куда-то пошел. Дед! Там вообще-то стена. Я понял. Вас. Использовать гвоздь. Забиваем. И теперь можно вешать деда. Так, где у меня дед? Вот он, дед. Повесили мы деда. Дверь? Ну, появилась дверь? Не появилась дверь. Что изменилось? Часы стоят. Может, надо сфоткать деда? Воу-воу-воу! Дед, по-моему, не очень хотел, чтобы его фоткали. Так, ну просто... А он указывает. Он куда-то указывает. Понятно, дед нам сделал дверь. Но здесь ключ есть. Есть ключ. Пока более-менее, конечно. Почему-то я протупил с фотографией стула. Пришлось глянуть, что нужно сделать. Но, наверное, я мог и сам догадаться. Так, что за чертовщина отец занимался? Да у меня больше вопрос, какого хрена я с батей живу в таком стрёмном доме. Тут как бы бомжатник. Так, спички, да? Взаимодействовать. Ну, взаимодействуй. Ключ. Ладно, взяли ключ. Телевизор. Работать не особо хочет. Здесь темно. О, фотографии. Не, батя явно был слегка приебнутый. Так, отец говорил, что он занимался починкой дедушкиного дома. Но вместо этого он расследовал дело этой женщины. Что происходит? Хер его знает, что происходит. Так, 43-летняя женщина-сатанист убила свою собственную семью во время колдовской церемонии. Верите или нет, 43-летняя женщина была замечена за фотографированием одного из ее. Мэдисон Хейл сбрасывала тела своих жертв в колодец в ее подвале. Серийная убийца была смертельно ранена выстрелом в живот. Ужасающие фотографии тел ее жертв были найдены в подвале Хейл. Женщина фотографировала мертвые тела после расчленения. Ой, дед, шо у нас за дом? Офицер Рассел дает показания. Как сообщило отделение полиции, офицер, который окончил жизнь Мэдисон, свидетельствует о том, что перед смертью серийная убийца умоляла дать ей ее мгновенную камеру. Предполагается, что 43-летняя женщина фотографировала своих жертв после расчленения. Собор Святого Юпитера, церковь ужасов. После долгой истории инцидентов, собор Святого Юпитера снова стал причиной ярости и негодования после подтверждения того, что в нем будут проводиться публичные поминки в честь души 43-летней серийной убийцы Мэдисон Хейл, которая в итоге убила 4 человека в прошлом месяце. В прошлом, одним словом, ага. Поминки будут публичными, с бесплатным посещением для всех желающих. Согласно речам священника, они попытаются осветить душу Мэдисон божественным светом, чтобы дать ей возможность заглянуть во врата рая. Короче, ёбнутая баба, как я понимаю, решила поубивать людей и всех их фоткала. Так, Мэдисон Хейл, 43-летняя серийная убийца. Серийная убийца Мэдисон Хейл была застрелена офицером Расселом, который стал свидетелем того, что она расчленяла своих жертв внутри колодца на своей собственности. Мэдисон была в вагоне несколько часов перед тем, как умерла. Даже несмотря на то, что ей выстрелили в живот, убийца сумела оставаться в живых несколько часов. Серийная убийца поймана и убита. Может быть вовлечено до 4 тел. Полиция нашла изувеченные части тела в ее подвале, который выглядел так, как будто был вырван прямиком из какого-то фильма, как описано. 4 расчлененных тела были найдены в доме Хейл. По-видимому, 4 жертвами были колдовство или психическое заболевание. В доме 43-летней женщины Мэдисон Хейл были найдены доказательства ее психического заболевания. Как оказалось, пыталась завершить зловещий ритуал, который включал в себя убийство и разделку людей. Полиция. Ясно. Блин, ну возможно, у женщины были какие-то проблемы, может, у нее месячные были. Ну, психанула чуток, ну чё вы начинаете? Так-с, дверка открывается, открывается дверка. Мне явно сюда, наверное. Опа, сейф. Есть сейф, есть кассета. Схватить, приблизить. Ну, кассету явно куда-то надо вставить. Сейф. Ключ от сейфа? Ключ от сейфа. Хорошо, хорошо. Я думал, на самом деле, сейчас надо будет код какой-то играть. Взять на хранение. Взять. Записная книжка Луки. Берем. Моя записная книжка. Значит, отец тот, кто забрал это у меня. Или на хранение можно что-то положить, да? Ну, смысл у меня пока вроде все есть.
Так, тут у нас что, ничего? Эу! Там кто-то есть. Там кто-то точно есть. Так, вот что-то тоже есть. Священник Томас. Читать. Джон, я надеюсь, что тебе это поможет. Пожалуйста, будь осторожен. Помни, о чем мы говорили. Я отвечу тебе, как только смогу. Священник Томас. Я знаю, что кассеты старые, но мне все еще тяжело справляться с компьютерами. Ага. Это штука для кассет? Читать, повернуть, приблизить. Назад. Ну, я прочел. Назад. Штука для кассет. То есть, кассету это оставил священник, наверное, судя по всему. Ну ладно, ну ладно. Давайте смотреть, что тут дальше. Так, оу! Дверка открылась, я вас понял. Скример в виде грома. И сущность в виде гномика. Можно заглянуть так чуть-чуть? Оп. Вроде никого. Дом деда. Я не был здесь с момента его смерти. Дед помер. Бедный дед. Так, что у нас здесь есть? Во-первых, ящички, а вон, во-вторых, кассету можно послушать. Ящички нихера. Здесь тоже ящички нихера. Ну, давайте послушаем кассету. Fuck. В смысле? This storm must have taken... Должно быть, буря выбила электричество. Так, без электричества херово. I think grandpa... кажется, у дедушки в подвале был генератор. Ой, ну в подвал, мне кажется, сейчас вообще нет смысла идти. Типа, там этот колодец, где она расчленяла своих жертв. Ну, подвал это не лучший вариант. Но это я, как я понимаю, не могу использовать без света. Так, у меня камера, конечно, есть. Что у нас тут? Телефон. Нет сигнала. Угу. Ну, здесь вроде больше ничего нет. Нужно... Ну, в подвал, куда еще? Двигаем в подвал. Так-с. Комната бабушки и дедушки, но она заперта. Заперта. Чую, моя бабка была этой, короче, ебанутой, которая это все делала. Так, ну, наверное, это подвал, только не видно нихера. Блин, как я туда пойду? Дайте мне хоть, не знаю, свечку, лампу какую-нибудь, переносную. Так, это статуя? Вроде статуя. А, или вот подвал, да? Вот, наверное, подвал. Вот есть... Что у нас тут есть? Генератор. Ну, автоматы. Не хочет. А чё он не хочет? Такс. А, вот, всё. Не понял. Если я третий нажимаю, то они выключаются. Подвинуть я их не могу. Давай. Ага, так они тоже выключаются. А что тогда делать? Оф, может... Ага, здесь выключить. Я понял, так. Хорошо, включить, включить. Выключить, включить. Не знаю, пусть будет выключить. Нет, нихера. Включить, включить. Выключить, включить, включить. И включить. Сработало? Ну, вроде... Ага, вот генератор. Запускаем. Запускаем. Да будет свет. Да будет свет. Вот сюда, наверное, мне еще рановато. Хотя, хрен его знает. Не сильно похоже на подвал, блин. Просто какая-то конура. Монета. Или что это? Схватить, повернуть. Марс. Юпитер. Юпитер и Марс. Не, берем. По-любому пригодится, наверное. Но пока-пока я не знаю, куда мне ее девать. Текс. Вылазим из подвала. Возвращаемся в большую комнату. От нее будем шагать. Хотя он есть толчок. Толчок пахнет ужасно. Должно быть, трубы засорились. Возможно, возможно. Опачки, я запретил вам срать. Цепи. Не использовать. Может, я могу их чем-то сломать? Не, ну вряд ли молотком. Я думаю, вряд ли. Нет, тут надо что-то посильнее. Блин, он дед запретил нам срать. Он заклеил унитаз. Не заклеил, закрыл. Так, читать. Комбинация. Сколько-то в правой, 8 влево. Да? Кто хлопнул дверью? Тут у нас... А, ну это... Дверь. Так, я уже от статуи начинаю дергаться. И здесь у нас явно зеркало. Причем, по-моему, оно немножко обосралось. Blue knees. Что такое blue knees? Blue knees is real. Хер его знает. Вот хер его знает, на что мне здесь намекают. Может, ванну сфоткать? Мне кажется, ванна здесь не просто так.
Не, просто так. Ладно, нам нужна какая-нибудь хрень, чтобы сломать и поссать. Тут у нас ничего не работает. Кассеты. Кассета, она запустится. Давай ставим кассету. Даже с момента первого контакта уже поздно. Когда демон присоединяется себя к человеку, он становится своего рода паразитом. Он питается носителем, вплоть до того, пока полностью не обладает его душу. В большинстве случаев цель демона — вернуться в мир живых. Если ты хочешь оборвать эту связь, что ж, боюсь, что это дело не из легких. Я могу долго разговаривать о различных ритуалах и процедурах, но самый лучший способ — повиноваться. Помоги демону получить то, чего он желает. Только тогда демон уйдет по своей воле. Обычно они попадают на земное измерение через определенные объекты, которыми они используют как проводники между мирами. Даже если ты позже избавишься от этого объекта, демон уже наладил нужный ему контакт и уже ходит среди нас. На первых стадиях одержимости человек-носитель обычно отстраняется от друзей и семьи, становится агрессивным, даже жестоким. Значит, отец думает, что я одержим. Это результат духовной борьбы между носителем и сущностью. Оба борются за контроль над смертным телом. Симпоты, свидетельствующие о прогрессировании одержимости, этого головокружения, тошнота и головные боли. Последний из которых может быть настолько сильным, что может оставить носителя без сознания на несколько дней. Темная сущность манипулирует носителем с помощью визуальных галлюцинаций и голосов в голове. Уничтожая рассудок носителя, чтобы сделать его податливым, послушным. Не могу поверить, что отец вышел на контакт с этим человеком. Вот так демон полностью берет жертву под свой контроль. И пока я не забыл, в некоторых случаях одержимости насекомые поблизости начинают себя странно вести. Насекомые. Хрень. Особенно тараканы. Мой совет — держись подальше от насекомых. Короче, держись подальше от тараканов. Но мне кажется, меня батя сюда и привез, потому что тараканов должно быть до хера. Это просто не может быть, я не могу быть. Это должна быть какая-то ошибка, те фотографии, это нога, это рука. Я не делал этого. Отец думает, что это был я, но я... Господи, моя голова. Дверь, красная дверь. Какая дверь? Не вижу. Не вижу никакой двери. Что со мной происходит? Это то, о чем говорил тот мужчина? Это не может со мной происходить. Я не вижу никакой красной двери. Так, меня вроде попустило. Вроде попустило. Опа, таракан. Таракан же? Таракан. Мне говорили, еще один таракан. И куда направляются тараканы? Ну ладно, открыть записную книжку. Красная дверь. Может ли это быть? Дверь подвала? Так я вроде был в подвале. И такое ощущение, как будто лапы тараканов из нее торчат, да? Типа насекомые. Ладно. Пожалуй, для пилотной серии этого хватит. Будем потихонечку разбираться, что за ебанина здесь происходит. Но, думаю, будет интересно и весело. Пиши в комментариях, нравится ли тебе, в общем-то, мое прохождение. Будешь ли ты смотреть дальше, с удовольствием, ребят, почитаю. На этом буду прощаться. Спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Морж. До новых встреч. Пока.